Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Года, ребят, берем Сайленса. Почему? Потому что на нем могут предложить квест на раскопки, дабл раскопки. Пам-пам-пам-пам-пам. Карта выкупает. А слушайте, сейчас тычка направо. Инща, let's go. Оп. Голована в руке подержать, чисто как монета, наверное. Или можно, ладно, можно поставить. Хотя... Не, посидуйка. Ну, фонтан, слушайте, фонтан ранее мне нравится. Особенно с билетом. Тоже карта держит под квесты. Ну, смотрим. Разыграйте мурлоков, голова в руке подержали. Все, жесткий 5-head, let's go. Ну, слушайте, призвать карты, наверное, тоже не так плохо, учитывая, что, ну, у меня голова, да, есть в руке. Ой-ой-ой, так. Гибель существ. Ну, вряд ли, наверное, это просто мешок. Чел С3 на 3 пошел, киквей, это сейчас 2 четверки, да, мне покажет. Прикольно. 1 на 3, да, это 1 на 3. Чар у нас бывало, что играли прям очень неплохо. У нас были катки, где там прям золочение прокали, что-то прям тоже быстро выполняли, стэмп сдавалось, ну, не знаю. Норм-то и другое забрать на самом-то деле. Можно, кстати... Да не, наверное, не хочу. Или хочу? Не, не хочу. Мозги? Наверное, пока не буду ставить. С чуваком, который пошел 3-3, я должен справиться, наверное, с двумя улитками, во-первых. Во-вторых... Там магазы были такие 1-1, плохо под сидением. 1-3, да, было лучше. А мешок и билка бустит, если с билетом существо воруешь. По идее, да, по идее, работает. Ну окей, ладно, допустим. Ну только если прокнет то, что я говорил. Тогда это будет здорово. Не победа. Зато есть краб. Краб призывает существ. Ну, кстати, тоже, да, работает на призыв существ. Тоже неплохо. Такие штуки. Ну, слушай, ладно, неплохо. Ну-ка. Пам. А, не прокнуло. Не прокнуло, ребята, не прокнуло. Двуглавный крад выполненная. Но как? Так. 10-10. Ну, короче, будет 11. Я на самом деле могу сейчас левел просто пойти, а на следующий пробовать выполнить. Там, конечно, награды и все такое, но... Я, наверное, не должен сейчас прям получить много по лицу. То есть, прошлое был чувак, который... Ну, в прошлой катке я левелапнул. Я левелапнул чувака, у которого был выполнен квест на... Эвольф Таверны. И поэтому все 6-5 дропы это получал. Плюс это Малигас, который еще их там поменял на что-то. Так что, такое в этот раз, наверное, попробуем.
Так, взял второго. Ну и вышел. Ну да, это все равно обилку подкачало, все равно разведчик был хороший лок. Такой квест можно торопить своего дела, просто сделаем сильные ходы. Ну да, мы стараемся как бы сильные ходы делать, чтобы еще и все равно шел прогресс немножко. Желательно и то, и другое, ребят. И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Четыре зрителя есть, да в целом просто набрать что-нибудь. Что-то прям жесткое набрать и с мешка еще что-то украсть жесткое тоже. Ругук. Так, ну хорошо. Хорошо. Горол. Элиза есть. Элиза хороша. Роу. Ну, ящер, наверное, пойдет. Жалко, Реборн его-то не забрал. Роу. Ну, благо, еще один роу есть. Можно продать две карты и просто купить, да, что там. То есть продал. Мешочек на Лизу на исход. На нас, что ли, Лизу? Мамаша есть. Есть Малчезар под дирижера и еще два ролла сразу. И сразу забрать себе эту штуку, да? То есть поставил, продал. Забрал Малчезара, поставил. Выполнил. Сколько там нужно сделать? Два ролла. Делаю два ролла. Опа. Подожди. Не золотые карты. Все равно ролл. Залочил. Все равно, эта штука хорошо, может на следующий сделаем левел, заберем обезьяну, поставим ее, раскопаем. Ничего себе. Раскопаем, ребята, и будет волк, волка реборн, там змея какая-нибудь, змея реборн. Что-то крутое, что-то жесткое. Камень уже 61 дает, кстати говоря. Получили еще спелл. Ну, камон. Матеж норм. Ну, как будто лучше Малчезар все равно был в той ситуации. Учитывая дирижера, учитывая Лизу, учитывая это все дело. Ну, ребят, поехали. ВВА происходит. Горо вперед. Скорее всего, продадим вот это. Кстати, вот это есть. Это еще кто? Везет, жестко везет, ребят, жестко везет. Я хотя, они все юзлец. У тебя, кстати, было бы здорово забрать через, да. Через передай кувшин. Передай привет Риджи. Сейчас, секундочку. Вот так заберем. Ролл сделаем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Значит, last fight, где мы лузаем, просто надо будет эту штуку все продавать. Я, кстати, жадно пошел. Можно было, наверное, сразу пойти сейчас стараться копать и пытаться сразу заборд собрать. То есть продать эту пару с ходом. То, что я делаю, скажем так, ну, реально жадновато.
Ну, судя прям... Лицо мое за это дело страдает. Хорошо. Хорошо, стрима, дядь, передай привет Реджи. Так, Реджи, получается, здорово. Сейчас, мизантроп. Тоже, получается, привет. Ставлю твой трекич. Разбивает нам фу лицо за все это дело, конечно. Роу. Ну, давайте так сделаем. Чат, лорда тренера будем переобуваться или фигня? Забрал. Какая-то фигня, да? Как будто, ребят, фигня. Нуп. Мешок ворует карту за 5, которая нифига не за 5. Ладно, улиткам пора уходить. А пусть бы собует. Ты мне еще понадобишься. Ильза, может быть, тоже. Ну просто на самом деле нам много не хватало под зверей, да, фул. То есть реально только одного голдена раскопать. Под Мурлоков находил Брана, я мог тоже там попробовать раскрутиться, но там тяжелее было. Под лорд-тренера мне нужно было прям заново искать кучу карты, это было бы, наверное, тяжеловато. Тут-т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 ут
Так, ну поехали. Шух, 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 шушух. Useless. Так, ребят, еще есть стеночка, кстати, на Ривендера. Есть стеночка на Волка, стеночка на Ривендера. На все, ребят, стеночки есть. Разве это не здорово? Тут вопрос, накажут или накажут? Ну, вроде не должны, да, выбить. Так, ну сетов у меня довольно много. Что-то у меня море идет. Камень сколько дает? 4-7. Ну пойдет, пойдет. То есть если я здесь копал, на самом деле, что я хотел вообще раскопать? Не нужно было бы раскопать, наверное, либо встретить таверны чувака в руку, что не так вау. Либо тоже встретить таверны реборн, да, получается, на что-нибудь там. А, ну или банану, вот банана был хорош. Банан, наверное, самый лучший раскопка. Вот, все остальное как будто было, ну, такое. Да, кобру, кстати, выкину тоже хотим. Потому что она будет давать нам, походу, сейчас не зверей. Так, зверей много. Роу. Оп! Ничего не дали. Роу.
Еще Ривендер. Ну давайте. Роу. А знаете, можно его поставить на стол, дать ему защитный обряд, а потом мешком забрать в руку, чтобы... Ну, то есть эта штука не накидывается в магаз. Забрал его, поставил. Поставил. И... Самое ужасное, как можно вообще мешок реализовать, по-моему. Ладно, и давайте тянуем. Надеюсь, этого хватит, чтобы справиться. Ну, два Ривендера, не знаю, два волка, один из них приборня. Что-то у него золотой попугай. А, и все, уже есть, все на светнюю, все собралось. Показывает победы 100, потому что, я так понимаю, у него нет карт, призывающих карт, верно? У него в руке нет ни одного летуна. То есть у него есть все готово, он все пособирал, все. Все наши карты забрал, только... А нет, слушайте, летун есть. Один получается, что летун. Еще волк. Змея вернулась. Змея, которая сейчас говорит, смотри, что-то этот. А, ладно. Я думал, чего-то лишился, сейчас покажет мне очень много дверей. Фига он снайпит, конечно. Молодец. Он призывает с руки. Да, я призываю с руки. Без обезьяны... Ну, обезьяна нужна, да. Банана прям был бы хорошее селение. Ну, он тоже на самом деле может, да, себе позволить такое дело. Так, давайте роу. Давайте, ребята, еще роу. 20-20 банане. Банане 20-20 есть. Так, сейчас пока по трекам что-то... Просто возвращаю. Слушай, я, наверное, ручками заберу. Ну, ладно, вот так. Не знаю, ребята, насчет маскировки. Я могу маскировку забрать. Птичка есть, что? Час Сусао на месте. Час Сусао, наверное, отсутствует. Как будто я бы придержал просто. Я, наверное, давайте стенку садим. Это плохо стенку делать, если будет обилка поменяется на Элидана, и он просто первый ударит нашу птичку, и волк не сработает. Да, ну, кстати, очень силен. Мы правильно сделали, что пошли прямо лын. Дрязкип ящера. В смысле, зря мы его продали, а? Как будто надо было продавать. Как будто не продавать было просто плохо. Где место в него поставил, там, не знаю, какого банану. Да, что делать, конечно. Волка. Ну, справляюсь, это должно хватать. Хотя ладно, столько тычка, может, и нет. Нет, с такой точки нифига не хватает. Мальчиштей дроп добавить вместо четверки. Ну, так вот. Но на самом деле маскировка бы здесь не помогла. Тут больше то, что у нас Волга не фокусится потом. Снова. Зато есть Ривендер, ребят, золотой. А Ларчик просто открывался, слушайте. Опа! Такая штука. Не знаю, брать или не брать. Вообще, с банана, наверное, неплохо. Можно забрать. Я помню, как ты продал номер в 2022 году. Ну вот видишь, ты вот настолько запоминаешь, что только вот два года назад единственный раз, когда я, возможно, номер продавал. Ну, поехали его заберем. Пусть будет... Чел тащил на 27, то есть подъем должен быть слабенький, прям совсем слабеньким.
Еще банан, ребят, есть. Еще банан, это здорово. Вопрос, ребят, только, ну как? Чат, ну как? Я предлагаю сейчас поставить на этот файт плавчиху, дать, не знаю, маскировку, наверное, банану. И все, и сидунькаем. С плавчихой на столе. Свинку, да, свинка же ничего не делает. Здорово, здорово, чичиз. Вот это что, паста нынче не в моде, или всякие том-ямные, да, рамены подавай. Да ну, том-ян, кстати, так себе, по-моему. То есть рамен вроде прикольная штука, том-ян, ну, такое. Еще реборд найти, да-да-да, вот что-нибудь такое понаходить. На любитель, ну вот-вот, я не знаю, кому вообще нравятся том-яны? Отлично выглядит для 44 лет, слушай, спасибо. Прям острым любишь, надо скорее... Дело даже не в остроте, тут просто именно вот текстура какая-то. Как будто можно намного лучше, по идее, покачественнее придумать. Здесь можно то, чтобы очень вкусно, вот-вот-вот, да, вот. Не то, что такое, боже мой, это... Я не думаю, что есть какой-то в мире человек, который говорит, боже мой, там Ян, как вы смеете так об этом говорить, это же мое любимое блюдо. Все говорят, ну это просто окей. Сань, здорово! Любишь там Ян? Че за меня сделал ставку на фулком кем мне не засчитали, потому что ты поставил на красное, наверное. Все комки потерял. Ты просто вкус не ел. Ну, кстати, может быть, может быть. What the fuck? Подождите. Мы две маскировки делаем или... Спенс 4 тоже прикольно. Боже мой, это у меня на то мои любимые шуты, как сидеть такое горите. Насранцы. Да, можно две маскировки сделать, у нас будет золотые бананы и еще Ривендера будет маскировки. Пойди, здорово. Да, но я на самом деле, я сам удивлен, что мне надали бананы триплет. Прям киквейт. Две маскировки нравятся. Слушай, давайте, знаешь, как сделаем? Там заберем. Еще чуть подролим. А, классический... подождите-ка, вот что я хотел. И сейчас надо сделать ролл, найти еще плащиху, по идее. Чтобы можно было вернуть в руку скоробей и его прокрутить. И чтобы сейчас такой, ничего себе, Арслан, вот это умом. Я хочу бабл забрать, фак, я бабл забираю, мне пофиг. Бабл за ноль, это прям слишком хорошо, я не могу это не брать, ну камон. Я не могу это не брать, чат. Я, кстати, ему тоже дал. Фриз бабл, не, его забираю. Я забираю его, украл. Как мы что-то вот так вот сделаем? А, подожди, что у меня за крашка идет? А, подожди, тут еще маскировка была? Не успели. А что, умолчили, что маскировка стояла? Я ее не видел даже. Банан обычный, ревенер обычный. Как еще волк? Три-два, ну я минус зверя делаю с одного, так что немножко 3-2. Ну, это не 3-2, если я маскировку находил. Если находишь маскировку, ты еще не успеваешь ее делать, то это 3-2. Фритычка. Нет фритычки, да, не существует. О, нет, только не тычка в Голдрина. Боже мой, только не тычка в Голдрина, только не это. А вот так вот змея. Классическая змея, ни одного зверя. Прощайте, вы самое слабое звено. Я не понял, почему так нельзя, где золотая птичка. Ну, вот так вот. Не все сразу, ребят, не ищем легких путей. Ты сам сказал, что в этом роде должна пройти еще одна, вот вы не сказали, то есть вы так предполагали, что я сам видел. Да я что-то это, только в конце ее увидел. Пам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Пам-пам-пам-пам-пам. Ну все, Final Boss остался. Мистер Хрипы работает много раз. Жестко статовые шмырлоки. Там еще, может, триплеты собирают этого шмырлока. Еще там... Нереально жесткие. Оп. The fuck? Ну, в этот раз, ребят, мы точно делаем в него, да, и забираем две маскировки сюда и сюда, вот. Вот по-любому, ребят, по-любому. Опа! Зачем вторая маскировка? Ну, мне нравится, чтобы они были на маскировками. Чтобы они жестко прятались. Сейчас, смотрите, трепет собирается, эта штука, и все, ничего не получается. Оп, оп, оп. Ну все, сейчас чел смотрит такое, боже мой, какая легкая катка, у него всего 4 карты на столе. Легче катки я не видел. Ну да, кстати, разница система помогла. Окей. Зато я маскировку нашел в последнем роли. Там тютька в тютьку по голде вышла. Красиво. Ну посмотрим, сейчас это вообще хватит, не хватит. Так-то у чела, смотри, сколько сотов. Ужасный, кстати, снайп. Подождите-ка, это просто... Нифига не хватает. Ладно, без ревидара не хватает. На 8-7 брать. Играть тогда без одной маскировки. Да, не хватает. Здесь не хватит, не хватит. Ну, вообще, кстати, даже Сиридер выживает, там тяжело, чтобы они много призывались. Как будто бы все равно не хватило. Ну, было бы лучше, да, но все равно как будто не хватило. Как будто слишком их стол для зрей. Пыщ бьет через маскировку? Да, он бьет только по самой этот... по карте с самым низким... низкой атакой. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.